ja jätkab siis edasiliikumine teenise osaga ja võtan natukene video tagasi, et alustan siis natukene jällegi enne Raekoja platsi. Nii, продолжается у нас втором части. И беру немножко видео назад и перед как этот как раз этот Ратушная площадь. Но на самом деле раньше называлось этот все этот рыночной такой площадь или как-то такое. Немецким было Гроссе Маркет такое. И теперь вот на я поворачиваю на этот улицу, этот, ну, вроде как называлось лавочный, по-эстонски пое. И вот на левом стороне были этот колоннами было этот такой торговый двор. Вот правильно говорить, не торговый центр, а торговый двор. И вот там одна картинка была сделана, поставлена у меня впереди, вроде последний было через речку сделано вот такое колоннами. И вот такой речной порт было. И здесь на этом было тоже. И как это, трава продали, топительные, и все эти продукты тоже. Ну, мы потом увидим этот. Ja siis, kuna ma enne nägin seal ülikooli tänaval, et oli mingisugune chips ja siis seal, kus olid logodega mingi sapphiire ja siin ma nägin siis ka seda ja siis ma redaktoris panin pausi peale ja vaatasin, et mida paganat sinna siis peale on kirjutatud, et mis asi see siis on, et kohe kaht autot on vaja. Ja siis ilmnes, et seal on siis peale, et on lesbi show, erootika show, sületantsud vast mitte. Või midagi niisugust seal igal juhul oli, et ja ülikooli 10. Ja ma tean vist, et vahepeal öeldi, et mingi venelaste selline vist oli selline lemmik kokku käimise koht olevat olnud. Aga ma ei olnud kindel. И тут два раза я видал чип какой-то еще один этот университетский улицы в прошлом части было такой белый. И там сапхире было написано, на этом стороне тоже было. Я бы так тоже смотрел. Интерес, а что там написано, что они рекламируют? Оказывается, пар, и там написано, что этот lesbian show, erotic show, ну все такое там. Приватный танец еще, ну что-то такое. И на улице Университетский 10. Ну да. Вроде я вспомнил, что там раньше что-то такое было. Я слышал, что да, что это любимое место русских было раньше. Но я не знаю, что там сейчас, что так много, мало что ли людей ходят, что надо что ли это все это там рекламировать. Не, vasakul pool oli siis siin vanasti onkoloogia kliinik, vahepeal millegi pärast arvati, et see siin kiirgab, aga on näha, et nüüd ehitatakse korter elamud. И здесь на левом стороне, где вот что это построили или перестроили, этот было онкологическая клиника была. Говорят, что там излучение есть еще до сих пор, но этот невероятно, этот не может быть такого. И просто сейчас пересделают квартирный дом. Nii, vanasti see punastest telliskividest, mis minu teda oli siin kunstimuuseum, na levam starani is krasna kirpitsi, vredi stare i novi, tam see osmešan, etat bõla ranche kudožestvennai muzei. Mul üks tuttav elas kunagi siin vasakul selles majas ülemiste nende akende peal sai katusse peal oldud, võt nii. Ma oleks mööda küll saanud. Ja alb on siin sõita mööda seda munakivi, seda sillutist, kuigi ma vist nägin, et mingi naisterahvas pani siin jalgrattaga siin päris hoogsalt pani vist või hakkas panema mööda seda teed pidi siit alla. Võibolla keeras ta ka kõnni tee peale, ma ei oska isegi öelda, võibolla sättis ennast ka kõnni tee peale. Istist, et prusjatka ili kaketat paistonski jäitsa kamenda ja taroga, tavolina ploha jehati, poetamu ja jehal etat na trottuari. Vabse ta slova trottuar оказывается, что на английском языке да, вроде он есть, но он не совсем родной, но все-таки оно есть, но никто и не использует. У меня сын этот английский филолог, я этот первым части видео говорил про этот, и он смеялся над этим, и так что так. Не, я сильно олеме siis Toomemäel ja vasakpoolne maja on siis juba 19. sajandil olnud, ma vaatasin isegi järele, on olnud, et Frauenkliinik.
noh, ja see oli siis siin vanasti sünnitusmaja, ma ei tea, see Vene ajal muidugi oli. И вот перед его вот этот том, что мы сейчас видим здесь, это тоже 19 веку было и написано, что этот Frauenklinik, но это значит, что женская этот клиника здесь была. Ну, вот такое. И да, этот вот про этот том я раньше вроде не знал, что этот, может быть, и этот и в советское время была женская клиника, но сзади, да, этот было, по-эстонски этот naiste nõuandla, как этот по-русски переводить, так женский советный центр нету там, ну, как-то так, чтобы такое было. Nii, ja et eesti keeles oli siis, ma tean, et vanasti ja vene ajal oli siin see, kus nüüd siit väikene see tõus või see küngas tuleb, et see oli siis nüüd naiste nõuandla. Ah, vabseta, kui tammu jehali. Etat staari kriipast, etat kak etat Toome mägi ili Toome hild ili Toome kara. Iis tis už, da, etat Jaroslav Mudri, kak tata tõsitsi 30. Kadu saeva val, etat põla estonski kriipast siis. И эстонский крепость была, и с этого времени 1030 года вроде читается, читается как этот город Тарту уже. Да, да, через 8 лет уже Тарту уже будет тысячелетний. Вот так. Ни, я tuleb välja, ja et kunagi ja siis Jaroslav Tark siis valutas kunagi selle koha ära, mis oli vaat eestlaste mingi maalinnus siin olnud. Ja 1030 siis nagu dateeritakse vist seda aastat umbes. Nii et 8 aasta pärast siis, üsna varsti juba ka 7 aasta pärast, võib hakata siis juba 1000-aastasest Tartust rääkima. Niisugune lugu siis. Ja olevat see olnud venelaste alluvuses olnud 1060 või 1061 aastani. Ja on isegi teada, et siis kohalikud Eesti hõimud või mis iganes need olid, olid jälle venelastelt need tagasi vallutanud. Et niisugune lugu. Ida, vredi ja vlastavali ruski ja siis to 1061 või 1060 kooda patom estonski plimena abratna jevo saeva vali. Nii, ja see on siis kuradisild. И этот чертова мостик, ну, так называется, другой мостик, куда мы тоже скоро едем, этот ангельский мостик или мост ангелов, или, ну, как-то так. Ja teine on siis inglisild. Ma lihtsalt siit vaatan. Kus üles mingite vanemate piltide pealt ma olen näinud, et on olnud täitsa selline üsnagi selline õblukene, selline konstruktsioon, võibolla ka ma ei tea, kas siis mingi raua või puidu segu, aga siin on näha, et on juba tehtud see betooni valu midagi, et või noh, oma aegne teistmoodi, ma isegi ei oska öelda, sest ma ei ole nagu betooni mingi spetsialist ei ole. Nii, ja siia vasakult kätt jääb siis meile, kas ei jää mitte vana anatoomikum. Vist jah, teisele poole, me pärast sattume siin näite, ei ole, vana anatoomikum jääb edasi. See oli just see sünnitusmaja oli siin vanasti. Nüüd selles naiste kliinikus vist on mingi kohtukulliga tegelejad asjad, seal mingi kohtuasjad on. Так, на правом стороне этот старый анатомик, он написано, что даже в 1999 году еще здесь этот студенты ходили сюда. И тоже сюда тут выставки были, такие анатомические выставки были. Интересно такое. И да, это построено уже довольно скоро уже. У этого даже уже 200 лет будет уже. Не. Ja kus juures ühed, et vanade piltide peal siit vasakul pool on mingisugune püst kellegile tehtud. No arvatavasti on selle, kes mis ta nimi oli siit, kes sellele välja mõtles. Oli siin nagu mingisugune tennisselaadne väljak, aga arvatavasti mingi muu mäng oleks nagu sarnane tennissele. Et pilt oli, kuidas siis mängiti siin, oli nagu plats. И вообще это вот одного старого картинки, вроде уже из царского времени, впереди где-то там памятник или бюст такой стоит там. Там вроде было такой теннисный корт, или теннисный плац такое, или такое площадка такое. И там играли какой-то, ну, очень похоже на
ну, вроде теннис такое, но ракетки, наверное, другие немножко были, и, ну, такое, что он такое, вроде как первобытный такое. Näha, et pilt nägi selline, nagu see nägi välja nagu ühtlaselt suhteliselt nagu selline algupärane. Ja ma ütlen ausalt, et ega ma ei olegi enam, ma ei mäletagi enam, aga, või noh, mitte ei mäleta, täpselt jah ei mäleta, aga ma enam täpselt ei mäleta, et kuna ma tegelikult viimati näiteks siin Toomemäel niivisi selle ringi peale tegin, et võibolla vist ei olegi kunagi teinud otseselt, sest vajadust ei ole. Aga siin on nüüd hästi näha, et kaamera enam ei tööta, et järelikult objektiiv on must ja ma sain aru ka, kus objektiiv on mustaks läinud. Selle pärast see oli see koht, kui ma sõitsin seal kunagi selle linnamüüri tagant siin hoovi ja kust oksad määrisid ära, siis sealt oli kohe näha, sellest algmaterjalist oli kohe näha, et kohe nagu see mitte see läets või objektiivi nagu ülemine vasak pool jäi uduseks ja kohe hakkab süsteem hakkab valetama. See tähendab seda, et kaamera aju ei oska enam õieti aru saada, et millega on tegemist. Sellepärast tõesti siin on mingi mustus on sinna ette tekinud, kui ma sõitsin läbi puulehtede ja peale seda see kohe tekiski. Ja siin ma jäängi varsti siis ka püsirohu keldri nagu sinna serva peale või siin treppide serva peale jään seisma ja on aru saada, et kaamera ei oska enam kaugelt majasid enam, kuidas seda nüüd öelda, et ei oska enam kontuure asju, ta ei oska enam teravustada enam mitte kuidagi moodi koha. Et selline rumal lugu juhtus ja ma ütleksingi, et ma teisa enda peale nagu selline pahane, et ma ei tulnud selle peale, et võiks nagu puhastada seda objektiivi, sest et mul ei ole nagu kunagi ette tulnud, ma olen varem ka sõitnud kuskilt ikkagi lehtedest ja kuskilt läbi ja puuvõradest niivisi ja ei ole kunagi sellist asja juhtunud. Aga nüüd igal juhul see juhtus ja on näha, et kohe kõik toimub nagu selline udustamine. Igakta tam ja jehaletad kõik teedata на правом стороне, как-то я первой части ехал, это где-то православная церковь, там между домами, и там такие ветви были, там дерево было, и там этот, опять эти ветви попали в объектив. И там, наверное, какой-то мокрый или грязный, что-то такое, и объектив я сразу посмотрел потом, ну, этот, первичный этот материал, и сразу видно было, ага, сразу какой-то туман появился, туда, как этот левый верхний край, и все, этот камера уже не работает. Ну, мозг камера не понимает, уже не умеет вроде как-то все это сделать. Вот сейчас вот смотрю вот туда, в город, и видно, что камера не умеет уже ничего не показывать. Вроде так, что вроде не против солнца, а вроде если объектив или ленза у тебя грязный, он не умеет уже ничего не показывает. Ну, чуть-чуть подальше еду и очень хорошо понятно смотрю этот на вроде как этот центр город и центр городе домов вроде не видно. Ну вот отсюда хорошо видно, что камера не умеет уже показывать, он врет. Ну как-то так, обманчивая какой-то сигнал пойдет его, потому что объектив уже грязный. Вот как этот выйдет такое. Если обычный дождь есть, ничего не случилось, я же ездил обычным дождем, ничего, а что-то там все-таки грязным стал. Nii, ja vasakul pool on siis observatoorium. Toome me observatoorium, seda muidugi kõik teavad, me nimetame küll teda tähetorn. И левом стороне этот старый обсерваторий, тоже этот уже из начального периода, уже 19 века. И этот вообще-то еще работающий. Ну, я-то здесь экскурсии был, и вроде отсюда какое-то время, ночное время здесь делают тоже. Экскурсии могут какие-то там планеты там посмотреть через этих... Они еще до сих пор работают, эти как этот, системы, которые были построены в 19 веку. Вот такое. По-эстонски вообще-то другое. Тахеторн, это два слова, это звездная башня, можно так сказать, этот, если прямой перевод. И так, этот,
Иврити начинал его курировал этот Струве, у нас даже улица есть. И как-то мы, по-моему, ехали еще, там в апреле я ехал этот Ворема, там был еще этот пункт, точка там какой-то, и Струве там тоже действовал. Это какой-то меридиан, измерили этот вроде величину земного шара, вроде такого. Ну, отсюда видно, что камера не умеет показывать, вроде все туманит уже, все. Неправильно этот... процессор не понимает неправильно этот все этот, что он видит. Да, ну вот, вот что сделает этот. И когда я в Ильинский этот уезд ехал, этот 4-дневную поездочку сделал, там тоже один вечер у меня случилось такое, что было объектив грязный, и там очень плохо было. Вот see esimene, see otse maja, mis on, see oli tegelikult kogu Vene ajal, nägi kohutav tondilos, nägi välja ja ma ise mõtlesin omal ajal, et see küll lammutatakse ära, aga ei. Nii, vot see maja, mis siin vasakul oli, tekis 90. aastat algusel esimene internet. Suur satelliidi pann oli ja kui ma ei eksi, kas mitte siis Soorose fond või kuidagi ei olnud see, kes siis siia Tartu ülikooli siis nagu selle esmase interneti tõmbas. Arvutid olid siis 8086 ja 286 ja midagi niivis ja siis Hercules monitorid sellised mustrohelised olid. Ja selline ja siis seda satelliidi panni, seda sai siin nagu, ma ei ütleks, et nüüd spetsiaalselt uudistamas käidud, aga siiski. Nii, siin on siis inglisildi, siis teise tata angelski most. Tam ja tiin tom ja ka varju, što tam na levam starani, et tuda первый раз у нас Tartu пошел интернет. Это тоже университетские домики были. И там огромная сателлитная тарелка, вроде там 4 метра диаметра или даже больше. И Сорос фонд, фонда Сороса вроде отдал этот. Ну тогда, да, эти компьютера были 8086 и 286. Вот такие компьютеры такие были. Потом в 92-93 году появились 386 компьютера еще математическим копроцессором. 387, потом уже 486 компьютера появились. Ну, да, такое. Советское время, уже не помню, был здесь кафе или нет. Но это тоже 90-х годов, вроде один из самых первых таких кафе, которые сюда появились. И, по-моему, этот Сирия Кинтер здесь такой деятель был, вроде ее кафе было. Кас ei olnud mitte 90-та alguses üks esimesi kohvikuid, mis nagu tekis siia ja kas ei olnud mitte Sirje Kinteri oma või vähemalt räägiti sellest. Nii, vot see tee, mis nüüd siit alla läheb, on selline tähele. Vot teetad ta roogastu, et vniis paidi otili. Kamu vniis, kamu verh. Народ университетский, народ. Раньше они часто сюда ходили, потому что здесь была и университетская библиотека, в этом старом этот, замке здесь. Мы туда тоже скоро попадем. И люди ходили вверх-вниз и называли эту дорогу «медленная смерть». И ülikooli töötajad, kes omal ajal käisid, siis mul tädi tütar, kes siis oli ka saksa filoloog ja ma ei tea, mida ta siin oli, aga ta käis või kuidagi. Ja siis ta ütles, et seda teed, või noh, nimetati, või ta teadis ütles, et seda teed nimetati, mis siit üles alla käis, või noh, see, kes ülesse tulid, et seda nimetati aeglaseks surmaks. Nii, me nägime, et mingid huvitavad joogid olid seal suurses purkides, ma isegi ei tea, mis need olid, aga õllepurgid olid pilsneri omad, selle oli nagu aru saada. И там еще ночью кто-то там выпил, видно было, что пивные банки, эти были пильснер пиво, и там какие-то большие тоже были, я даже не понял точно что. Так, а здесь у нас Карнс Эрнст фон Байер, тоже один знаменитый деятель Тартуского университета, и каждый конец апреля, как-то этот Вольбер ночь, или Вольберский ночь, или как-то так, что студенты, собирается сюда, это такое, как традиция, и они промывают этот Карл Эрнст фон Байер голову шампанским. Это не уликанство. Первично, да, вроде говорят, что это было
у студентов были как хулиганские дела такое, что этого не поощряли, но потом вроде стал таким хорошим традициям такое. Nii, ja siin vanasti oli siis, kui siit alla minna, siis on kohe Toome pood. Ma mäletan väga hästi, et kui Toome poes sai õlu võetud, siis sai kohe natuke siia ülesse poole tuldud ja siin oli mõnus olla. Ja selle nagu poole nisti selle künka peal mitte päris üles tulla, aga kuskile siia vahele jääda ja siia ja rohkem oli siis ka põõsaid ja puid. Nii, oma hämmastuseks ma tõesti ei olnud teadud, et selline tegelane siin on. Ja see on Villem Reimann. Ma jäin mõtlema huvitav, et kus ma seda meest kohanud olen. Siis mul tuli meelde, et see on ju pagan võtaks sellest Kolga Jaanisi kiriku õpetaja. Ja seal ma käisin ju seal 2021 aastas suvel. Ja esimene asi seal oligi niivis, et kui ma nägin seda Villem Reimanni pead, siis ta ma nagu alguses ehmatusega nagu kuidagi... Kaamera näitab teistmoodi. Kaamera nagu tegi selle kiriku ruumi või selle eledamaks, aga seal esimene muli oli nagu oleks Felix Edmundovic seal selle peakujusel, kuigi ma sain aru, et see seal olla ei saa. Nii, ja see on siis siin ohvrikivi, siis seetata kaamen жертва принесения старых эстонцев. Но что-то не уверен, что он на самом деле здесь и был. Наверное, его сюда притаскали попозже, наверное, как-то. Или, может быть, так он и есть. Но старый эстонский крепость был, но старый эстонский крепость, вроде исторически говорят, что было вроде этом стороне, где была эта обсерватория. Это такое, что не этом стороне вроде не было. Вообще-то эта крепость была вроде как на трех холмах или как-то так, что мы вроде так самым сейчас этом главным или старым холмике такое и такое. Ну вот, не, я мы оleme, tegelikult oli siis Tartu linn või nagu hiljem keskaja nagu selliseks kuldajastul oli nagu siis kolme künka peal olnud, et see oli siis see põhikünkas siin olnud. Niivisi teine oli siis seal, kus on enam vähem siis vanemuine umbes. Ja ülikooli raamatu kogu või kuidagi nii. Ja kolmas on siis seal, kus on praegu see kohtuone seal all. Ja teisel pool oli siis pioneeride maja. ma ei tea, aga muidugi sõja enne sõda või noh, tähendab, oli ikkagi seal oli seal hooneid täis. Ja siin olevatki, ma vaatasin ka ühte vana mingit 1600 aasta mingit plaani. Ja tõepoolest, ja siin olevat olnud ikkagi vesi nendes vallikraavides. Ja et seda vett nagu... Et seda vett nagu, et noh, nagu ei ole enam siin või kuidagi niiviisi. Nii, ja vanasti olid siin mingid rootsiaegsed suurtükid minu arust selles august siin või põhjasõjaegsed suurtükid, aga nüüd neid nagu enam ei ole või ma vaatasin nii alvasti nii. Siin on siis Kristjan Jaak Peterson ja nii, ja... Või olid nad siin augus? Ei, nad pidid siin paremal olema. Ma veel vaatasin, aga vist ikkagi ei näinud neid suurtükke. Nii, ja tsaariaja kohta ma ei oska nende tennise väljakute kohta öelda, aga eestiaegsete piltide peal on nad ka tennise väljakud olnud ja on ka eestiaegne tennise maja. I уже царske vrime vrodi tennisnõh platsov здесь не было, а уже эстонske vrime этот какое. Здесь они были уже точно такое же, и этот том, этот теннисный, этот тоже. Но вот это замок Томе такое. Тут еще огромная башня такое было. Еще наверху такие были, но теперь их нет. Но какое-то время тоже какие-то планы пришли, что можно вообще-то на этом... Но нынешним технологии можно и восстанавливать все это, вроде так, заново все это построить, чтобы было бы такое довольно аутентичное такое. И это, конечно, было бы туристический магнит такой большой. Nii, aga ma mäletan seda, et ütleme, et niiviis, et kuski neljas, viies, võibolla siis ka veel võibolla kuues klass, sai siin sees ronimas käidud ja siin olid vanad lagunenud, nagu need tellingud olid. Ja see oli äärmiselt lohtlik ja siia oli keelatud tulla ja siin nende löövide või nende aukude ees oli siis selline plank kaed oli, kust meie siis muidugi poisikesed käisime kogu aeg läbi. Ja siin teisel pool, kus see pea nagu see sissekäik või oli, siis seal oli ka plank kaed oli ees. Nii. Ja nüüd ma näitan käega vist sinna üles, sinna serva peale. Mina ei ole seal kunagi käinud.
aga olid sellised julgurid olid, kes käisid mööda servapidi sinna ülevalt, käisid sinna selle Toomelossi tollel ta raamatukogu, käisid selleni välja ja tulid sealt tagasi ka, nii et sellised olid ka, aga nüüd vaatad seda asja ja ma elu sees ei julgeks enam ronida, kui isegi siin sellised, noh, tähendab, ma olen siin nüüd käinud muidugi, aga ma mõtlen, et need tellingud, mis siin vanasti olid ikka hullu maja, või noh, mitte hullu maja, aga ikkagi see oli ikkagi paras, või noh, nüüd võttes ikkagi selline tõsine julgustükk ja mina ei ole, ma ei ole küll väga tihti siia suur ronija olnud, aga siin osadel oli kohe nagu selline osadel kesklinna poistel olevat selline, noh, nagu, noh, mitte pande just, aga noh, oli nagu selline staap olnud siin kohe, kuskil üleval kohe lausad. Ja vist olevat ka miilits neid siin üritanud tagajad, aga miilits ei julgenud neile järgi minna, niisugused asjad. Ja võtta, et я посмотрел, как этот называется, строительные леса есть. Тут, ну, 70-х когда-то уже были, ну, они развалины были, и все это ограждено было. Вообще-то тот все этот развалился такое. Но мы мальчишки, я помню, где-то там 4-й, 5-й, может 5-6-й класс, но не позже уже. Мы сюда лазили, и да, это было такое очень смелое дело. И я еще рукой показывал там наверху, некоторые парни по краюшкам этот наверху ходили туда, этому, как раньше там библиотека была университетская, ходили туда и обратно. Я никогда не ходил, это уже слишком было. Но тут тоже очень опасно было, все это развалился такое, и эти строительные леса уже гнилые были. И какое-то время еще, я этот время никогда не попал, что милиция сюда ходил, ловить начинал здесь, а парни и мальчишки наверх побежали куда-то на этих, и там оттуда там, ну, спрятались, а милиция никогда за ними сюда не ходил. Ну да, они, конечно, они боялись, да вы что. Маленькие, ну, парни, они же легкие были такие, а милицейские такие огромные были, большие были. Nii, aga nüüd tundub, et on siis vähemalt siin nüüd niivis ära kindlustatud, et enam ei kuku kivid pähe, sest et ma mäletan hästi, et kuskil serva peal täkitselt hooga lendas mingi vares või ronk lendas ära ja siis selle koha peal kukkus kivi ka alla kohe ja aegajalt ikka pudises niisama seda kivi, puru ja tükikesi pudises alla, et see oli nagu selline tavaline. И раньше тут там видно, что тут все сейчас закреплено, что вроде здесь уже гуляет. Какие-то тут спектакли, по-моему, сделали театральные такие на этом месте здесь, по-моему, если я хорошо помню. Сам не видал. Но и раньше такое было, что какой-то ворона или такое сидел там наверху и... Ну, там брал, вроде так начинал летать оттуда, вроде оттолкнул своими ногами, и сразу и какой-то кирпич, или такой большой половину кирпича упал сюда. И вроде это довольно опасно было, и иногда даже сами эти кирпичи упали, или поменьше такие камушки были. Ну так, ну вот здесь административная граница перед 1500, ну где-то около такого. Ну перед Ливонской войной, значит, это так и было, Эстония здесь такое. На русском уже ничего не напишут, уже все это на эстонском и на английском, иногда и немецким, финским. А вроде если было, ну не знаю даже. Nii, ja siin ma siis vaatan ka, et kui kaua ma siis siin vahepeal sõitnud olen ja ma tõesti huvi pärast vaatan nagu seda asja nagu teise pilguga nüüd või kuidagi niiviisi. Ja теперь просто хожу посмотрю по другом взглядом вроде такого. И действительно, и вот сейчас подумаю, что назад этот времен, на эти времена и думаю... Что ж, а дурак я должен был быть, чтобы сюда этот полазить такое. Но надо. Но этот все, этот мальчишское дело, без, как без этого. Ну, мудюк, я нюд ватан, эт, паган вытакс, эт, поисикен, сэна сай сия ронитуд, эт, нюд митте кунаге нам ийал.
ja niiviisi. Nii, mis meil siis on? 9,91 kilometrit. No see on umbes 12 kilometrit ja tund 22 võidetud. I pakasaval rodi pooli meeni tak 12 kilometrov, поезжена и час 22 вроде. Но этот надо умножать, это тампоскин с константом, и где-то да 12, и час 23. Общий 7270, ну это тоже это тампоский констант, это значит, что велосипед уже за 2,5 года почти уже, ну да, этот 8000 километров уже покатались уже. Ну, первый год, 2020 год, я только этот, у меня только один аккумулятор было, что на раме этот 12 ампер час и 51 вольт, не 48, или 52 вольта, да, этот. Ну, с ним это только маленькие такие, очень маленькие поездочки сделал здесь и по городе катался такое. А ничего такого побольше, чтобы по Эстонии уехал. Немножко таких поездок не сделал так-то, более-менее здесь окружности. Так катался так немножко, и все. Ну, когда добавился уже в 2021 году этот 19,2 ампер час аккумулятор, 48 вольт, тогда начиналось уже, ну, немножко по-серьезному ехать. И в этом году добавился этот 24 ампер час аккумулятор, 48 вольт. Но, по-моему, сейчас у меня было там этот аккумулятор, что 19,2 ампер час. Ну, тогда немножко легче этот велосипед, и ну, все равно мне в городе этот хватит на неделю вот так потихоньку так ездить. Ну, зачем мне это другое? Вообще-то здесь какой-то ленинградский киностудия когда-то на этих местах тут и даже этот на этот Томе гора и на Томе или там Томус на немецкий как-то такое и горы было ленинградский киностудия сделал фильм «Соломенная шляпа» и по-моему там даже Миронов играл. И на многих местах, там в центре города, Ратушной площади, и вот это где этот, вот этот мостик, этот ангельский мост, здесь еще съемки были такое, что можно снять еще вроде как, ну, царские времена, вроде как этот, такой 19 век такое. Не, siin kunagi toimusid vist Leningradi filmistuudio, mitte võtted ka õlg kübar oli. Ma isegi mäletan läbi une eest, et Raekoja platsi olid nagu ära broneeritud, mingid tõllad sõitsid seal ringi. Ma ei ole ise seda, ma olen seda filmi lapsepõlves muidugi hiljem näinud, just selle pilguga, et mida siin siis näidatakse. Aga no selline mingi muusikaline selline komöödia või selline komejant või selline asi, et noh, nagu ei juvитанут отсеselt. Так, на правом стороне вот такого плаца здесь раньше не было, здесь тоже дома были. Ну да, тоже их не восстанавливали здесь после войны вообще. Но этот на левом стороне новый дом здесь. Вообще-то этот. Некоторые дома, что мы вперед смотрим, выглядят очень похоже, как и передвоенные, но немножко они, да, пересделанные. На левом стороне такой очень знаменитый кафе, такое было, и сейчас, наверное, нет. Тартусская интеллигенция все туда собиралась, и такое, но... Ну да, теперь такого уже нет. Нету интеллигенции, нет, и никто и не собирается. Просто такое место, и все есть. Nii, ma mõtlen, et miks ma nüüd siia raegu taha sõitsin. Ei olegi hästi meeles enam. Ja kohe näha, et rahvast on juba rohkem. Kella aeg on juba tunduvalt hilisem. Ma mõtlen, kas ma vaatan ka sinna kella aja peale. Ma täitsa mõtlen, ma vist ei vaata. Ma proovin vaadata seda vasakpoolset olevaid maju. Народу уже больше ходят, видно. И я попробую смотреть этот на левом стороне эти дома. И все-таки, да, этот как этот видео или картинка у камеры, когда он немножко уже грязный, процессор не умеет правильно понимать, какой там
как-то и не показывает, неправильно все это такое. Ну, как это туман такое, плюр такое, появляется такое. На самом деле там никакого тумана не было, вот так даже видно это такое. На правом стороне, да, этот послевоенные дома здесь, все этот, ничего здесь не осталось. И вот там, где я показывал, трибюна была, там тоже весь этот, все эти дома были. И здесь на правом стороне вот как раз этот, как раз было и рынок, и продуктовый рынок, и топительная трава продали. И здесь вот эти большие лодки как раз эти были. Этот, что раньше ехали по Чучке озеро, по реке Эмайки. В то время это называлось Эмбах по-немецки. А этот мост раньше здесь сделали недавно, ну как несколько лет назад капитальный ремонт сделали. И этот пешеходные части оба стороны были довольно узкие были, только вдвоем можно было ходить такой рядом. А теперь пошире, вроде уже три человека можно рядышком так ходить такое. И вот на этом стороне, на левом стороне сразу была огромная гостиница такое. Но это все. И здесь никакой парки вообще никакого не было. Здесь все это дома были. Ну я здесь останавливаю, смотрю. И вот этого вместо этого было такой огромный каменный мост. Его хотят вообще-то собирать какие-то деньги, хотят восстанавливать. Но это огромная работа. И вряд ли его сумеют восстанавливать. Я что-то не уверен. Так, тут кто-то еще отдыхает. Здесь еще вроде так. Так, и вот здесь этот 100 тысяч, что написано. Вот этот 100 тысяч поставили сюда в 1977 году. Как-то в Тарту стало 100 тысяч... жители вроде такого, вроде рассчитали. Но какие-то потом, какой-то там конец советского времени было 103 тысячи человек. Но это тоже этот насчет того, что сюда этот дом построили эти панели квартирных домов, построили и привезли русских сюда, этот, в Тарту. Насчет этого все этот, и Тарту так увеличивалась этот народность. Ja teisel pool teed siis ongi siis see tegelikult või noh, teisel, mitte teisel pool teed, või teisel pool jõge on siis see turuhoone ja vaat sinna siis, mis enne sõda siis valmis sai ja siis kogu need lahtised turud, nagu ma aru sain, siis kolisidki sinna ringi. Ja vot ja siis astanavliva ja ubiraju, jas nii maju, etat fliise või kurtku. И вот в другом стороне вот этот дом такой карничный, серый такой, вроде как колоннами. И вот как раз перед войной как раз и был построен на специальный рынок, продуктовый рынок. Вот этот там написано, по-моему, там. Раньше на советское время было даже Тартуский рынок написано туда, наверху было большими буквами. И такое. Тут какие-то что кино, но на самом деле это какой-то система. Я не знаю, что тут, как они тут кино показывали через другую сторону речку, какой-то там оптика, значит, или как-то, я не знаю тоже. И вот в другом стороне этот рынок был, и вот этот в другом стороне, что вроде как-то открытый рынок были, чтобы люди просто продали от, ну как этот, от телег, или просто такие лавочки были. Вот они перешли этот рыночный или торговый дом или рыночный дом такое перешли. А теперь утром я думал, что немножко холодно было и ездить было немножко прохладно, и у меня были эти одета эта флизовая куртка, и я здесь и в этот снимал. Ну здесь написано, что если на свой как этот на свой ответственность туда можно полезть или как-то так. А, это что тут впереди, вот на этом месте было вообще-то рыбный рынок. Вот этот передвоенный, царское время, здесь было и прямо отсюда, да, более-менее, на этом месте было этот, как этот, было этот мост, старый мост, это было это такое.
Я камеру поставил на аккумулятор и просто сейчас просто вид снимаю этот куртку и сейчас просто вид. И да, отсюда было, и на этом стороне был рыбный рынок, и здесь все эти дома было, парки никаких не было. На правом стороне, что мы видали, этот был ресторан, первичный был Каунас, потому что Каунас был город дружбы этому Тарту. А теперь называется там Атлантис. Раньше он знаменитое место было, внизу такое кулинария была. И теперь я даже не знаю, я вроде даже не знаю, когда я там уже последний раз был вроде. Nii, ja kunagi oli siis siin Kaunase restoran, siis Kaunas oli muidugi ka, oli Tartu sõpruslinn ja on meil olemas ka Kaunase puiestee on olemas. Aga nüüd on ta siis juba Atlantiseks, issalt kui kaua, ma ei teagi enam kui kaua ta siin olnud on. Kaunases sai küll kunagi käidud, veel isegi 90. keskpaigas sai Kaunases käidud. Kulinaaria pood oli... Noh, muidugi nüüd kui tänapäeva mingisugust kulinaariat võrreldes, siis tollaaegse selle kulinaariaga siis on ikkagi väga suur vahe sellel, kõigel sellel, mida me noh, nimetame siis nii-öelda kulinaariaks. Nii, mul ei siis rääkimata seda, kes ei tea seda Tartut, siis see üle tee see või üle jõe, mis seal teiselt poolt paistab selline imelik selline plönn maja, seda nimetatakse siis plasku. No täpselt see, mis nagu põuega, kuhu käib siis konjak või mingi muu. Kangem jook käib sisse nagu mingi brändi pigem siis. Nii tund 34 oleme siin olnud. Ja rahvas kutsub seda siis plaskuks ja edasi siis see kogu see neljanurkselt need suured koledad hooned, et see on siis tasku. Noh, ma ei tea, kuidas seda nüüd nii võtta, mis seal tasku pärast on, aga no, nii ta vähemalt nimetus on talle antud. И другом стороне, я вроде не говорю, вот видно, что такое дом, такое башня, такое полу, слово полукруглое тоже. По-эстонски называется этот пляску. Но на самом деле на русский прямой перевод этот фляга. Ну такой же фляга, как этот карман поставить, чтобы там этот коньяк или бренди, или ну что-то такое было. Вот мы, я на этот смотрю прямо этот сейчас. И вот тут особо хорошо видно, что объектив грязный и не может этот процессор правильно работать. И все это тумане было такое. Nii, ja siit siis sõidame natukene ka mööda jõe äärtpidi. Ja just nüüd üks päev, vist oligi Jaak Juske jälle kirjutas, et ütles, et jõgi on nii madalaks läinud, et need vanad kivisilla blokid paistavad väga hästi välja, et on nii madalaks läinud jõgi, et paistab nii hästi välja, et ikkagi kaarsild on ka ehitatud veel vana kivisilla osade peale. И вот река этом году этот очень низкий было, да, уровень такой низкий было очень. И как раз этот историк Jaak Juske тоже вчера, по-моему, и уже позавчера писал, что этот мостик пешеходный, что оттуда выявлялись внизу эти старого каменного моста, эти большие каменные клыб или не плиты, а каменные кубики такие огромные вышли, что этот новый мост все-таки построен на конечнике вроде старого такого моста, такого моста такой. Этот я вроде читал, этот кораблик закуплен на какой-то старый шведский или финский кораблик этот. И да, это тоже, чтобы народу везет сюда-туда немножко. Nii, ja siit on siis hästi näha seda poissi, kes seal peal istub 100 000 peal. И teisalt suuda хорошо видно было, et 100 000. И там этот мальчик сидит. И да, этот было 1977 году. Поэтому я знаю, потому что я смотрел эти данные, когда появилось этот 100 000 человек. Поэтому я могу и этот код произвести. Я так и не знал. Ну, в общем-то, знал, что вроде так второй половина 70-х годов вроде это такое было. Но когда-то были такие утопления здесь в городе, что этот, где мы сейчас едем, этот все было под водой. И вроде
этот был я третий класс, вроде или второй или третий класс ходил. И мы смотрели на этот, что здесь этот невозможно ходить по этой краешке, что здесь вода вот так высоко было. И там вперед, когда я еду, еще есть такая улица Паю. Опять я не умею по-русски этот говорить. Это значит одно дерево, такое вид дерева. Там есть очень много картинок, что из старых времен, что утопление было, что этот река раньше довольно много такого повысился. Но в советское время более-менее построили такую высотность. Мы такое сейчас и туда едем. И вроде такое, что после этого вроде там утопления нет. Я еще сам помню в детстве. Там улица Пик, есть такая улица длинная, и там баня была. И этот баня, вроде там в баню не можно было ходить, потому что вода была. И помню, все автобусом ехали там, там скоро я покажу, где этот все этот есть, что автобус на пол попала вода, потому что улицы под водой были. Такое. Nii, ja siin on jällegi siis selline udu ja siit on näha vastu päikest, et mis tähendab ikkagi natukenegi määrdunud objektiiv. Et jällegi, et see on juba mul juba, ma ei tea, mitmes kord on see mul juhtunud ja ausalt öeldes ma olen ikkagi enda peale ikkagi, ma ei ütle, et nüüd tige, aga kuidagi, et ma ei tabanud seda kohe ära, et teine kord ma olen kohe juba targem. Ja nüüd, mis ma siin hilisemad, meil need sügisesemad sõidud olen teinud uue jalgrattaga, seal ma ikkagi päris hoolikalt jälgin, et mul objektiiv oleks ikkagi puhas oleks. Kui oleks pilvesilm, siis arvatavasti oleks täitsa isegi normis, aga noh, näed, jällegi petab ära kohe, et ma ei näe isegi üle jõe. Nii ta, võt edat objektiiv siotakki kreasna ja see abmanči võtab kohe vredi kak tumani. И нехорошо все этот не видно. А здесь раньше, да, в другом стороне речной борт. И много корабликов здесь были. Вообще-то этот корабль, что здесь стоит через речки, вообще-то они стояли в другом месте. Но мы тут... А, мы уже там были. Да, в первой части мы там были уже. Там, где этот статуя освободительной войны была. И там, где этот вроде плавающий такой ресторан, кафе или такое, там они стояли, этот речные эти, этот кораблики, вот этот такой, М-282, вот они там стояли. Ну, у них там мало этот такой глубина, и не глубина, они могут, у них только 60 сантиметров под килом только, киль. Вроде по-русски тоже есть такое слово. Они могут на мелком воде тоже кататься довольно хорошо. Так, вперед мы с ним посмотрим. Здесь все старые дома. Я вижу, что все уже ничего нету уже. И вроде все уже. Раньше здесь пассаж было. И перед войной было такое торговое такое место было. Но всего этого уже нет. И как этот называется по-русски? Этот... Застройщики недвижимости все уже состроили уже, все уже полно. Ja siit me näeme, et kõik vanad majad on ära kadunud. Üks nurgapealne see maja on veel vana maja, enne sõja aegne. Aga siin oli kõik see terve see rida, vanasti oli ta siis Kalda tänav, nüüd on ta siis ikkagi Fortuna tänav tagasi. Kõik puu majad on ära kadunud ja siin on veel siis tühje kohtasid, kuhu kindlasti kinnisvara arendajad, kes siit mööda sõidavad, need nutavad, kui nad näevad, et siin maju ei ole. Et arvatavasti kerkivad siia ka mingid sellised karpmajad. Ära sa ütle, muidu tegelikult päris selline, no ja siin on täitsa miljoni vaade. Ma arvan, et siin võivad päris kallid korterid olla siin, need, kus on need miljoni vaatega need klaasidega, et päris. Tatut, наверное, очень много стоят эти новые домах, эти квартиры, эти особо, откуда вид еще на речку или другую сторону этот. Nii, vasakul pool oli siis Pärmi ja piirituse vabrik. Ja mul isegi isa töötas siin mingi aeg.
И на левом стороне этот вот что этот было там этот труба, там этот дрожжи и спиртовный завод было. И уже царское время было, и советское время было. Спирт официально не сделали, сделали дрожжи. У меня даже отец там работал. Nii, aga siin selle koha peal olid siis kaks sellist õllesaali olid plekist. Need olid ka ühed minu sellised, need lemmik õllesaalid olid. Ja siin oligi siis niiviisi, et ega kui me siis koolipoisid olime, et ega me siis siit õlu ei saanud, aga ühe klassiõe ema oli siin õllelaske ja tänu sellele siis ikkagi sai. И тут были два пивники, ну такой металлический аквариум, ну такой аквариум типа такого, иногда назывались и зеленая лягушка. И здесь в школьное время мне очень понравились эти места, отсюда пиво взять. Ну да, если мы малые были, нам не продали прямо, а один из одноклассниц мама была здесь этот пускать, ну как этот пивница или этот как этот пиво оно вылил здесь, и вот так мы и получали тоже иногда, или как-то так. И потом можно было с пивом сюда пойти вниз к речку и там потихоньку выпивать, и все тут такое красивое было все этот. Но этого пешеходного моста здесь и не было. Не, если это ялака, я это сильно син вонасти ка и ольнут ja siis oligi, et sai selle õlu kätte, no muidugi juba siis, kui 18 sai täis, siis sai juba ametlikult siin juba seda õlu siis keskkooli ajal siis siin juba käidud kevadel lürpimas ja siis õllekannudega sai jõe äärde mindud. Ma muidugi oligi see suur pahandus, et see õllelaske tädid olid kogu aeg pahased, et ärge nende kannudega sinna jõe äärde minge või kuidagi niiviisi, et jooge siin, et see oli alati selline suur pahandus. Nii ära külmeta tule vette. Там написано было на синем этот наклейка была, что не замерзай и ходи в аду. Nii, need kanalid on siis ikkagi, need Anne kanalid on kunagi mõeldud, et tegelikult olid üks kanal, et oli mõeldud nagu selliseks võistlusspordi sõude kanaliks. Aga ehitati siis Preimani purre sinna juurde ja siis ikkagi need kanalid jagati kaheks. Nii vasakud kätt on reov puhastus, minu teada süsteem oli siin. На левом правом стороне были эти каналы. Раньше он был длиннее, вроде сейчас он как из двух частей, но раньше был один. Вроде хотели бы, чтобы креплями, ну такому, что этот, ну как это, спортом, что этими всякими байдарками, с этими всеми этими катались здесь. Ну как-то не удалось все это. Но сейчас люди сюда загораться ходят. Так мы видим, что у всех этих медицинские скорой помощи есть имена у каждого машины. Какое-то женское имя обычно такое. Там какое-то тоже было. Я еще помню, смотрел этот, но сейчас уже не помню. На левом стороне некоторые дома здесь сделали военные строители, и здесь офицеры жили. Вот этот. И вот эта улица вроде такой граница. Вот эта улица Паю. И на правом стороне уже начинается все это, что может быть некрасивое, все эти панельки, квартирки здесь. И, ну, вроде можно так сказать, что это такое условная граница такое. И я этот на правую сторону вроде уже не хожу. И да, на этом улице были, раньше были такие утопления были, что этот вода из реки поднялся сюда. И еще вот на правой стороне здесь дома есть, и видно было, что из второго этажа человек высматривает вроде из этого дома, что тут направо, и высматривает, а внизу вроде первом этаже окна все эти почти к воде здесь, да, раньше. А теперь там повышенность видно было, что построена такой, и вода вроде сюда не попадет уже. Nii, natukene paremale kätt ristume siin Anne tänavaga. Natukene on siin veel ka vanu neid puumajasid. Aga siit ongi nüüd nagu piir ja siin lõpebki siis selle väikese selle ringsõidukese teine osa. И здесь да, это такое граница, вроде такого старого города. Ну, как можно сказать, что такого? Еще старые дома есть. Направо уже 50-е годы и панельки начинаются. И этот называемый такой Анне городок.
и впереди была военная госпиталь была, ну, советское время, потому что здесь этот стратегический бомбардировщик и транспортные были, и здесь эта вторая часть кончается.